13 общественных и 51 территория дворов будут благоустроены в Карачаево-Черкесии в текущем году. Об этом ранее сообщил глава республики Рашид Тимрезов. Работы будут вестись в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». В частности, это аллеи в Черкеске, Карачаевске, Циберде, сквер Победы в Усть-Жигуте, в Саратюзе улица Героев Карачаевцев, в Октябрьском центральный парк, в Алибердуковском улице Умара Хабекова, также Верхней Марии, Ревочки, Кене, Зеленчукской. Второй этап благоустройства общественных территорий, начатых в 2023 году, продолжится в Медногорском, в Эркин-Юрте и в Апсуа. Напомню, что в прошлом году жители Карачаева-Черкесии путем онлайн-голосования сами выбирали общественные территории для благоустройства в 2024 году в 5 населенных пунктах республики. В текущем году также пройдет голосование с 15 марта по 30 апреля. Жителям предстоит выбрать для благоустройства общественные территории в Черкесске, Карачаевске, Усть-Жигуте, Циберде и Медногорском.